Ну, для меня это нереально. У меня, я уже говорила, ипотека это до пенсии. И получается, я останусь без жилья, без всего, а долги останутся на всю жизнь. То есть я вообще не знаю. История Джамили Ефаровой началась несколько лет назад. В 2013-м она купила квартиру в историческом центре города у застройщика. Но когда пришла оформлять собственность, оказалось, что на ее жилплощадь претендуют и другие владельцы. Начались тяжбы, которые женщина проиграла, и ее вместе с дочерью выселили. Взамен двушки женщине предложили однушку несколькими этажами выше. Пообещали, проблемы закончились. Уверяли на тот момент, что квартира свободная и чистая. Показывали документы о том, что она чистая. Я сама делала запрос в Регпалату. Мне пришел ответ, что она чистая. Чисто на мою фамилию пришел ответ. И потом уже в суде Ленинском выяснилось, что квартира принадлежит другому человеку. Другим человеком оказалась Ингрид Амелина, вдова заслуженного артиста России Александра Амелина. Узнав, что на ее квартиру претендует соседка, была в шоке. Женщина покупала жилплощадь также у застройщика ЗАО «ЭДС». Тогда ничего подозрений не вызвало. Договор подписывался при мне, не через какие вторые, третьи лица, прямо напрямую. Квартиру показывали они сами лично перед покупкой. Договор был зарегистрирован в Регпалате. После этого были перечислены финансовые средства на счет ЗАО «ЭДС», на что имеются чеки официальные и официальные кассовые ордера. О том, что ее квартира была продана дважды, Амелина узнала год назад. Тогда право собственности суд признал за ней. Таких, как Ингрид, по словам ее адвоката, в доме немало. В мутном деле могут фигурировать десятки квартир. По этой схеме, кроме Ефаровых, выселили еще одну семью. Как оказалось, одни и те же квадратные метры одновременно с застройщиком ЗАО «ЭДС» продавал и подрядчик «Спектр Плюс». Но якобы договор между двумя организациями предполагал не передачу квартир, а право подрядчика найти дольщика на покупку жилплощади. К этому договору есть приложение. В нем перечень квартир, которые ЗАО «ЭДС» будто бы передает «Спектру Плюс». По ходатайству Амелиной была судом проведена судебная комплексная почерковедческая и техническая экспертиза, которая установила, что подпись директора ЗАО «ЭДС» Курлыкова в приложении номер один к тому самому договору 25.03.2005 года не принадлежит Курлыкову, а принадлежит неустановленному лицу. Мы в самом начале, Ваша честь, утверждали в заседании, что это не Курлыков. Но почему-то во все СМИ и в правительственных органах написали, что мы подделали подпись Курлыкова. На самом деле это Шепель, который имел право подписи, и у нас есть форма 2, форма 3, сданная в налоговый орган, где написан сам Шепель. И имел право подписи, и он состоял учителем. Право собственности на квартиру суд снова признал за Ингрид Амелиной. Джамиля Ефарова намерена бороться дальше, но только не за квартиру соседки, а за свою, которую 3 года назад купила в ипотеку и где сейчас живет на птичьих правах. Новые владельцы разрешили ей вернуться, но вот надолго ли? Вопрос риторический. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, «События».